Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки за США, Теодора Рузвельта Прогрессивиста, сетевая партия на восьмерых, где каждый сам за себя. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Ну, хоть религию укрепить успел. Я снижен для того, чтобы еще инквизицию основать. Да, у меня города, конечно, на море, но кроме Цинциннати остальные очень тяжело берутся. Поэтому я не думаю, что... Хотя там... Ну, я вижу, какие юниты у перса. Я не думаю, что он тут будет нападать. Таруга хочет караван, давайте. Почему нет? Еще плюс 25% веры. Морские должны быть караваны, нет? Чего? Не морские караваны разве? Морские. Ну, во-первых, вот тут я не по морю. И грустно все. Не, ладно, не хочу тут покупать эти клетки, потому что меня реально в Цинциннати, хотя... Ты американец в универе построил? Ой-ой-ой, да посмотрите, американец лидер. Ну да, построил универы. Да, смотрите, на 3 очка обогнал Ацтека. Переоткройте дерево технологий, где Англия вообще уже почти в эпохе атома. А также количество тех. 42 техи. 41, 41. Ну, видимо, мы наравне идем, нет? Нет. Ну, в каком месте мы идем наравне? У тебя больше тех, у тебя... Ты дальше по технологиям. Больше городов, то есть у тебя больше куда расширить... Ну, как это? Да, кстати, привет, игра без алюминия. Так. Археологический давайте, наверное. А зачем ты волюм выходил, объясни? Тут же нахуй, зачем тебе не выйти? Тундра рядом, почему бы не выйти в нефть? И что нам с этим делать? А что ты делаешь с Салимой? Самолеты летают дальше всего. И что? Да и тем более, типа, какой бы смысл, однако, у меня оба соседа по военным там получили меня. Да, самолетами ты не отобьешься от них, если мы так. Какая разница, я иду в верхнюю ветку, у меня корабли. Каким образом мне идти открывать нефть? Так, надо... Апостола и Инквизицию учредить. Придется торговать, получается. Может, еще каперов
пока тут мне больше нечего строить в этом городе. Так, кампус на плюс 2. А, вот тут, да. Давайте, я это хотел, кстати, ставить. Ну вот. За что? За что? Понимаю, за что действительно. Так, мне бы... Он все-таки тут привел каких-то каперов. Два раза ходишь. Прокачался? А тебе не смущает циферка 4 у меня? Тебе смущает, что там две прокачки? Без понятия, какая это. Хз, меня бы не смущало. Где ну, мой капер, во? Обрабатывать уже обрабатывать реально нечего. Научная теория без просвещения. Так, два банка без шансов. У нас только один центр коммерции. А, три линейных. Ну, вообще, вот сюда можно выйти, чтобы ускорить. Так, это мы... Так, я хочу теперь этот строить. Аквапарк. Блин, 19, я думал, мне тут хватает населения. Черт. Ну ладно, тогда давайте в Чикаго. Или даже не, в Нью-Йорке. Универ три хода. Значит, в Чикаго все-таки. Сначала аквапарк. Надеюсь, что он как-то сюда кликнет, видит моего рабочего, кликнет, и у него тут ход, наверное, закончится.
О, фига у вас там битва. За Таругу. Не на жизнь, а на смерть. Таруга, если что, на воде. То, что этот бот для нее предназначается в первую очередь. В первую очередь на Ланда. Следующий. Может быть, я Андрей, кто знает. Тут не буду рудник, потому что, видите, есть престиж, за счет этого какая культуру она? Получаю. Может быть, Англия? Но вот она не такая сильная. Тем более, я сейчас не буду. Ты же разведал. Чего? Остановись. Дед, хватит душить. А что душишь? Прошел тут кис Фахань. Что ты делаешь? Что кис? Че, кого? Ну, из Фахань, город. Кис Маэс говорит. Ну, типа такой. Почему мне не достроился капер, хотя был написан один ход? Там уже армады идут. Армады? Армады. Подлец убил в две прокачки пехоты. Да, в Гонконг, всё, наверное, можно два докинуть проекты. Хотя, кстати, можно и засоюзить ради грантов. Ладно, давайте. Да, здесь будем потом делать кампус, но пока пускай там такое производство стоит. Так, тут фермы. Какие-то требушеты ездят. Ну, он, как вы понимаете, Канада мне не может внезапную войну объявить, еще раз напоминаю. Хотя, подождите. Как вы думаете, мог он взять войну Золотого века? Ну вот, был бы у меня капер этим, я бы его убил. Теперь, получается, мне не хватает силы убивать его капер. Надо бомбарду купить 560. Дед, предложение. Ну, просто осадные юниты очень хорошо работают против морских. Грабитель на деде.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Вы уничтожили морской юнит по непредлежащим варварам. Это у меня от этого? Так, слушайте, надо у... голландца попросить... проход. Дарвилл предложение. Может и тут аквапарк? Ну тут по идее этот аквапарк действует. Раз, два, три, четыре, да, на Бостон. То надо где-то будет еще... 4, 5, 6, 7. Так, блин, даже и на Лос-Анджелес здесь. Только в Цинциннати можно еще аквапарк будет сделать. В принципе. Нет, что прошло? Иди таблетки пей. Блин. Слушайте, так я тут все уже улучшил. Так, сколько тут у нас по религиям? 6-3. Вот в Нью-Йорке надо будет еще убрать. Или Чикаго лучше эту клетку. Может сюда еще город бахнуть все-таки. Вообще вот сюда еще город встает. Но... ну, где? Есть уголь с другой стороны. Где? У меня нет ничего. Все выпито. Опять второго военный, третий, точнее. От этой черной женщины. Ну, Бех, в прошлый раз... Чё-то не хочу я дамбу в этот раз строить. Линки, быстро закончился лицо. Я не рисковал. Да не, он мне типа дружбу предложил, чтобы у него было время как-то это задефаться в случае чего. Интересное предложение закинуть военниками под границу и кинуть дружбу. Да это что, зачем мне воевать? Я хочу развиваться. Не знаю, чего вы меня душите все. Надо было воевать. Что, придется нет забирать, что ли? Я душу, потому что забирать? Обидно за канадца. Забирай деда, нет. Че, мы с канадцем в мире, если что? Мне обидно за шумера, понимаешь, поэтому я... Мне уже из-за деда еще обидно. Кстати, за Шумера это действительно обидно. Так что жду тебя. Так, а где у нас национализм? Если может национализм, кроме... У нас потрясающий престижный пригород. Где-то вообще возможен? А, я пригород не открыл, да? Да. Не, ну национализм нам нужен. Я только одну клетку тут успел пограбить. Ну, рабочего захватил, правда. Дед, хватит меня грабить. Но, в принципе, не все так плохо, как могло бы быть. Ну, опути, пожалуйста. Так, варенье. Тут
Надо покупать колесо обозрения. Аквариум 720. Тут особо это ничего понравится. Где клетки обработаны? Эти города встали 20 скоп назад. Ну, до сих пор клеток нет. Сори, я все потратил не туда. Так, верфь, кампус, военный лагерь. Давайте тут аквапарк сделаю. Ну, а чё нет? Пускай будет. Еще один. В Цинциннати не так много клеток, где можно районы вообще ставить какие-либо. Ай-яй-яй-яй. Я что надумал, хитрец. Что-то интересное. Уже 11 очков теперь сделал. Осталось еще 9 очков. Да, кстати, у Англии 11 дипломатических очков. Это заявочка, реально. На победку? Меньше всех на лупу. А зачем тебе лупа? У тебя науки меньше, чем на 2 у меня. Это не так уж и не сильно. Да. Тиня, пошли душить Англию. Че? Англию пошли душить. Я, в принципе, кто выиграет? То есть ты меня грабишь тут, а я в Англию должен идти? Ну как бы, да, выходит, что так. А что там за чудо в воде? Че? Что там за чудо было в воде, или мне показалось? Узкий треугольник. Я думал, он только с вторым клеткам дает науку, то тянет. Он сейчас средним дает. Поплыл. Поплыл. Все. Фиг достанешь мне. Так, тут у нас холмы. Значит, вырубаем. Куда пойдет? Так, наверное, я бы отдал городу, где Магнус есть. Вообще, ни одного чуда не построено. И, собственно, не хочу пока даже. Нубия, между прочим, в ракетостроении. Ну, скажем ему покеда. Интересно, конечно, что вот это. Ты все? Что, сумасшедший, что ли? Отстань. Ой, блин, я не переключил. Меня. Хватит меня душить, дед. Слушай, ты душил Шумера, почему я не могу? Да в смысле душил Шумера, территории не было. Посмотри, какая огромная территория у Шумера получается была бы. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Ты сон вчерашний, который день. Предложение, Канада. Ну, подожду, когда какие-нибудь клетки добавятся. Кажется, нету смысла в этой игре лян пересаживать. Можно будет, да, только одну Махавихару можно ставить. Так это же тебя топит. А, Левина в пустыне не ставится. Так, ну я реально не вижу, что мне еще обрабатывать. Кстати, в Вашингтоне может археолога после грантов.
тут можно лесопилку. Где счастье брать? Пятьдесят очков на дайма будущих людей. Ну ничего такой. Так, озарение компьютеров. Вообще я бы в компьютер исходил. После химии. Что это все сейчас затапливать будет. Значит, компьютеры. Авиация. Нацпарк. Слушайте, я где-нибудь могу вообще нацпарк? Ой, блин. Может, все-таки тут дамбу поставить? Правда, это первый раз оно так разлилось. Тут 8 ходов. Ты зашел? А в Новом Орлеане 4. Давайте, наверное, вот эту клетку передам. Здесь поставлю дамбу. Все душит и душит. Не, ну что-то просто больно разливается. Это ты можешь ему сломать монополий? 720. Монополию ему сломать. Как ему сломать? Где? Ну, а разграбить редкие ресурсы. Разве попадаетесь? Да, попадает. Не, вон чай, монополь, ртуть, слоновая кость, соль. Это нужно. Я вообще удивлен. По единице ресурсов на карту. Удивительно. Не, ладно, не буду покупать. Так, где я теперь хочу религию убрать? Пропоную тогда пересоюзить. Ты что, обнаглел? Одинаково абсолютно. Ну, это Нью-Йорк, как более большой по населению. Или просто держать. Я пересоюзил кат, я пропоную ее пересоюзить. О, не, пожалуйста, не надо. Это плохо. Отправлю я как разведчика покачаться, наверное, туда. Что-то я вообще... как-то пропустил возможность дипломатической какой-то победы, ну типа даже не попробовал. У меня интересно, короче, я убил Наланду, а юниты бегают. Варварский клан получается. Да, блин, все. Так, а если ты убил Наланду, значит ей все должны войну объявить, правильно? Ну, да, видимо. Да. Блин, а нафига ты убил Наланду? Дед, Дима, Дарвил, Лёша. Объявлять войну получается. Слушай, а нафига ты англичанин пришел и тут наши эти ГГшки захватывают? Что это такое? Согласен, англичанин, ты чё? Совсем тю-тю? Вы воюете, я тоже хочу. Ну это глюк просто варварских кланов, что они продолжают давать бонусы. Блин, плывет армада броненосцев. Так, слушайте, интересно, так у меня так может город захватить. Если я Канада. Блин, а что мне делать тогда с этой армадой? Сейчас, получается, подождите. Тебя? Арбузеры. У меня есть, конечно, и так броненосцы свои. Но он не видит мои каперы. Блин, да господи. Слушай, англичанин, я не понимаю, а почему ты вот ацтеку нифига не мешаешь? Человек побеждает культуры. Вместо этого ты захватываешь наши ГГшки. Да, англичанин. Блин, чувак тут плавает вон армадами броненосцев, ко мне плывет. Ты морская держава, ему ни хрена не делаешь.
зато делаешь нам. У меня нет стратвесов, ни алюминия, ни угля, чтобы что-то делать. Ну так попросить у других, например. А какой бессмысл постоянно это просить? Я не понимаю. Прикол какой-то. То есть ты хочешь сказать, что вот у этих ГГшек есть алюминий и уголь? Нет. Ну нефть там точно есть. Да, блин. Так, мне надо броненосец покупать. $760. 2 звезды. Нубия, предложение. Дед, ты уже ушел? Дед, предложение. Еще нет. Уходи, дед. Я приду. Так, откуда мне ближе, наверное, отсюда? Еще давай не будем, ну. Ты не хочешь? Ну просто придет сейчас мне тут все грабить, блин. А, сейчас, кстати. Точно. Сейчас объявлю. Что ты объявишь? А, англичанин, скажи, а ты будешь вообще воевать с ацтеком когда-нибудь? Морскими юнитами, чтобы он на море, блин, не мешал, чтобы его можно было грабить. Ну, хоть чем-то, почему? Я с ним каперами воюю. Нет, ты мне ответь просто, ты будешь с ним воевать или нет? Я не буду воевать, потому что у него есть самолет, и я на него нападу, и я сдохну. Вот и все, у меня нет срат ресурсов. Ладно, тогда мне смысла тут тоже нету, блин, парываться, честно говоря. Ура, наконец-то мир. Нет, зачем? Я буду воевать с англичанином, просто, ну, блин, я или предлагаю проголосовать за победу ацтека. Я не знаю, тут все сидят, ждут чего-то. А зачем голосовать за победу ацтека? Ну, потому что, блин, он отбивается от тебя, плывет еще морскими юнитами ко мне, почему армадами. Единственный человек, который может на море что-то делать, говорит, я с ним не буду воевать, он меня убьет. То есть с ним воюют два человека, которые вообще далеко от ацтека, вообще далеко. И воевать, что он вам ничего не сделает. Вы просто на своей территории подбивали его и все, покусали. И с ним соседи. Нет стратресов, у меня нет ни алюминия, ни... Ну ты морская держава, ты можешь ему грабить все и хотя бы это... У него город на воде. Ты, блин, сидеть бояться, что он тебя захватит самолет. Так он тебя и так захватит самолетами, типа, а какая разница? Она произойдет. Типа, он меня захватит самолетами, я объявлю ему войну. Так он тебя и так захватит, в этом идея победы в игре. Блин, вот каждый раз пытаешься останавливать человека, люди сидят и ждут чего-то. Ничего не меняется. Каждый раз меня это поражает. Говорит, он впереди меня. Так он и есть, улетает. То есть в этом, блин, идея объявления войны, чтобы ему мешать побеждать. Так он еще мало того, что не воюет с ним, он еще приходит и наши ГГшки захватил. А ты какие-нибудь ГГшки, которые были союзниками ацтека, захватывал? Какие у тебя ГГшки-союзники? Не знаю, у меня их много. Не знаю, я ни одной не вижу, чтобы у него в союзе было. Рапануи. Одна рапануи. Блин, приплыл, хрен знает откуда, захватил наши ГГшки, дед, обрати внимание. А рапануи, которая ближе к нему, а нафиг, а зачем? Ну правильно, у вас ГГшки 48 мощь, а там 83.
повторю в четвертый раз, у меня нет стартрейсов, чтобы построить юниты. Ты Кагану собираешься, брат, тоже? Нет, я пока. Ты какой-то прикол, ну серьезно. Да, чувак, ни стратресы ни у кого не проводят. Меня говорят, вот тебе там помогают. Конечно, потому что я понимаю, какие мне стратресы нужны, какие деньги, чтобы лучше отбиваться. Человек говорит, у меня ничего нету, я ничего не буду делать. Зачем он в FIFA играет вообще? Надо идти дуэль играть. Там, дед, к тебе... армада броненосцев плывет тоже через меня. Имей в виду. А, ты видишь, наверное? Да, да. Вижу. Правда, зачем она плывет? Она стоит. Ну, она не плывет, она стоит. Крадетесь. Зачем она стоит? На, крадетесь. Просто, блин, бессмысленно. Ну, то есть, я не понимаю, зачем мне вот сидеть, например, сдерживать ацтека, когда в это время англичанин под шумок вот так вот делает, все захватывает. Говорят, что у него нету стратресов. Подожди, по-моему, мне должно хватить денег еще на броненосец. Уже аквариум надо. Хотел купить, но теперь уже строить надо, потому что денег нету. Гранты, наверное, возьму. Не буду ничего выкупать, будем стоять ждать, когда сами клетки добавятся. Кумаси. Так, вот это надо. Попробую в кумасе кинуть послов. Только следующим ходом у меня там закончился. Сейчас все будет разграблено, все караваны. Ну, я вылетел. Кто вылетел? Он улетел уже, да? В космос. Он, по-моему, в прошлый раз же тоже так вылетел. Что на крип прошлый раз вернулся?
Так, лабы есть. Блин, конечно, в подлодке круто, но без нефти, наверное, нет. Кстати, Америка, ты... Вообще, наверное, в нефть сначала. Что говоришь? Ну, союз, наверное. А, да. И союз еще, да. Так, давайте попробуем у Голландии попросить. Голландия, предложение. Может, начинать уже канадцу отправлять, потому что там у этого явно будут грабить. Нет, я в алюминии не вышел. Я только в авиацию пошел. А что там делать в этом алюминии? У меня больше пустыни, чем алюминий найдет. Ой, больше нефть найдется. Я сейчас загружусь вначале. Это еще капер мне тут разграбил вот эту фигню. Я пойду сейчас эти города отбивать у Англии. О, дед, красиво ты его встречаешь. Флоты броненосцев против армат броненосцев. Цусима практически, слушай. Только Каспий в данном случае. Каспийская битва. Смотрим. А можно я еще сзади пристроюсь? Да, конечно.
у нас тут все можно. Да я о Тине спрашиваю, это его зад скорее. Дед, а ты можешь еще Англии войну объявить? Да, зачем? Ну, чтобы я плюс 5 имел против Англии. Ну, значит, я там отстеку военник через 3 года. Тогда нет. Нет, я культурный с тобой заключаю делиться. Нет, ты травы. А мне неинтересно. Смотри сам. Только культурный. Нет, культурный лучше ему не давать, иначе он точно уйдет по культуре. Катинью вынужден заключать культурный, потому что иначе у него города будут отваливаться. Какие города? У меня ни одного шедевра нет. Почему вообще? Пока нет. Пока, да. Да-да. Катинью, ты не против, если у тебя там артефакты по ворону рядышком? Да за что, дед? Ответная, канадец. Знаешь, хотя как-то что-то. Ого, вот это бонус. Куда полез? Извините. Я не в ту щель зашел. Ну, вылезай, брат. Не, я там реально возмущен действиями Англии. То есть я понимаю, можно там какие-то... вещи там в свою пользу, чтобы на победу играть. Но это ФФА. То есть человек просто максимально минусы нам делает. Причем это вообще далеко от него, да? Он морская держава. Он мог мешать ацтеку. Но зачем вот типа ацтека на него обращать внимание? У нас вот война с ацтеком здесь, правильно? Там Канада, Персия. То есть, знаете, такое ощущение, знаете, как будто... Ну, это на самом деле есть такая манера игры, просто это... Вот если получается самому все делать, он делает. Это он как будто, знаете, вне ФФА находится. Вне того, что тут есть еще люди, соперники, он с ними не общается. У него есть ресы, он, значит, круто. Нету ресов, значит, он делает... То есть, как бы, типа, ни от кого не зависеть, чтобы. Но это же ФФА, то есть, ты, получается, портишь отношения с другими людьми вот на ровном месте. А чё, у нас таймера нету, что мы, почему так долго сидим? На бочков играют. 11-9 бочков, ещё даже нет голосования на очки. В центр города я бы кинул. Согласен. Блин, где центр? Ага. Стены построить там, вот это. Эти. Как его? Плотины тоже. Кстати, скоро там затопление будет. Мне бы в плотины выйти и построить их, конечно. Центр города, ислам осуждаем. Я тут смотрю, тебе не особо много престижа было.
как он там в линкоры апнулся. А пути, дед. Так это тут лояльность дает фигня. Так, точно ли мне надо в нефть? А, так мне может кто-то даст нефть. Канада, я думаю, даст нефть. Тогда пошли лучше а прямо. Понадобится. Да, да, я вот посмотрел канадец, что ты мне дашь, да? Алло? Я перезаходил, пробовать был. Говорю, да, вот я вижу, что у тебя есть, мне понадобится. Наверное, сразу в компьютеры. Перехода. Полководца. Ну, можно писателя взять. Убьем фрегат, по идее, тоже дадут очки. На этом пока все. Продолжение смотрите завтра, а спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Еще раз большое спасибо за поддержку. Играйте в умные игры и слава Украине! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.